На территории Ельниковской рощи завершились работы по реконструкции уличного освещения лыжной трассы от территории школы номер 10 вдоль набережной к смотровой площадке ГЭС. Длина трассы составила 1440 метров. Здесь был произведен монтаж проводов, а также установлено 34 новых светильника с энергосберегающими натриевыми лампами. Теперь на одном из красивейших мест города вдоль набережной есть освещение. Здесь стало комфортно, светло и уютно.